Борька, вот мы думаем, ты Борька или, может быть, ты девочка? Если ты девочка, то тогда можно будет называть тебя Бронислава. Тоже красивое имя. Но я думаю, что ты Борька, что ты мальчик. Потому что ты такой красивый, да? Внезапно появляешься, внезапно исчезаешь. Ни от кого не зависишь, сам по себе. Ты точно мальчик? То идет опять кто-то? Это Борька, наш красавчик, наш малыш. Съел кусочек хлеба, не успела хлеб снять, как он хлеб ест. Вот сейчас морковку ест. Малышок наш. Ты такой красивый парень. Да не бойся, это же телефон. Хочу его погладить, но боюсь. Боюсь, что цапнет. У тебя ушки такие интересные. Боречка, вкусно? Да ладно, не бойся. Я тебя не съем. Ути морковку как лопает. Посмотри немножко сюда. Я зимой буду вспоминать тебя, буду скучать по тебе. Да? Еще? Сейчас, подожди, сейчас развернуть надо. Ну, это лепешка. Лепешка вкусная, сдобная. Вкусно? Ешь на здоровье. Не уходи, пожалуйста.